Эй, привет, ребята. Александр, Анатолий. На стартовой площадке. Опять Гудаури, опять Грузия. Готовы делать парапланчик. Александр, вы готовы? Да. Да, сказал Александр. Для того, чтобы взлететь, мы немножко походим вперед-назад, потанцуем. Вот. Не разворачивайтесь, Александр. Я напомню, вам надо смотреть прямо. Прямо у нас вон там, да? Когда нас потянет назад, мы идем спиной назад. Для этого наклонимся вперед немножко. Одну ногу вперед, другую назад. Угу.